Владимир Михайлович и Ангелина Николаевна Иванцова в этом году отметили золотую свадьбу. Они почетные гости праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности. А ведь, кажется, только вчера они, студенты, впервые увидели друг друга. До сих пор вспоминается 64-й год, когда мы с Владимиром Михайловичем познакомились в педагогическом институте в Рязанском имени Есенина. И вот тогда появились эти красивые, нежные чувства, которые из души не уходят никогда. День семьи, любви и верности отмечают в России уже 9-й год подряд. Этот праздник воспевает простые, но очень важные человеческие ценности и напоминает каждому из нас о том, что самое главное в жизни человека – это семья. Для нашей страны, для нашего каждого жителя, наверное, это один из главных праздников. Почему? Да потому что для нас очень важна семья. Мы всегда уделяли и будем уделять большое значение нашему дому, нашей семье. Почему? Да потому что мы люди православные, для нас это основа жизни. В преддверии праздника в Воскресенском районе было зарегистрировано 22 брака. Свидетельство о начале семейной жизни молодым вручил руководитель районной администрации. Ну и куда же в этот день без напутствия от старшего поколения? Теплые слова в адрес молодых от Валерия Степановича и Татьяны Алексеевны Тебякиных, которые в этом году отметят рубиновую свадьбу 40 лет совместной жизни. Любви и взаимопонимания, терпения и удачи, добра и улыбок. Любите друг друга и дарите друг другу нежность. Главное богатство семьи – это дети. Благодарностями руководителя районной администрации за развитие и сохранение духовных, нравственных и семейных традиций отметили многодетные семьи. Дмитрий и Любовь Ленцова женаты уже 19 лет. Они воспитывают троих детей и уверены, что это не предел. Супруги с удовольствием делятся секретами крепкого и счастливого брака. Замуж нужно уходить по любви. Вот. Потом примирение. Слушать друг друга, внимательно относиться, где-то посмотреть, у кого какие привычки, хобби, потому что у мужчин своеобразные хобби, но их нужно принимать такими, какие они есть. Вот. Ну и, наверное, иногда нас баловать. То есть семья всегда должна быть вместе. Любые праздники, события, торжества, везде. Мы стараемся быть везде. На природе, любые праздники, ну, не знаю, везде-везде. Мы даже были в Муроме, как раз вот были у Петра Февронии, и поэтому наш союз с каждым годом становится все крепче и крепче. Вспомнили в этот день и о людях с огромным сердцем. Приемных родителей наградили за добросовестный труд по воспитанию детей и неравнодушное отношение к проблемам сиротства. Огромное спасибо тем, кто берет в свои семьи детишек, которые по той или иной причине остались без родителей. Наверное, это не просто семья. Наверное, это в том числе и то, что можно назвать подвигом. Подвигом ради любви, ради верности и ради того счастья, которого достойны все и которые обязаны и должны иметь. Буквально все. Семья – это тепло родных сердец. Она согревает нас сквозь расстояние и дарит смысл всему, что мы делаем. Семья – это то, ради чего мы живем. Анна Яшкина, Евгений Стародубов, Воскресенские вести.